Городская избирательная комиссия зарегистрировала запорожским городским головой Владимира Буряка, который победил в ходе повторного голосования 15 ноября. Напомним, главного инженера комбината «Запорожсталь» поддержали 58,48% избирателей. В соответствии с законом Владимир Буряк предоставил в избирательную комиссию два документа – приказ об увольнении из комбината «Запорожсталь» и соответствующее заявление. В должность Владимир Буряк вступит на первой сессии городского совета 7-го созыва.